Прививка без отрыва от производства. На крупные предприятия Самары выезжают бригады медиков, чтобы провести вакцинацию. О необходимости ответственного подхода к прививкам говорил глава региона Дмитрий Азаров в своем послании. Он напомнил, что год назад в разгар пандемии руководители предприятий направляли к нему письма с просьбами о снятии ограничений и предложил с той же настойчивостью проводить вакцинацию сотрудников. Тем более, что такая возможность есть у граждан далеко не всех государств. Сегодня прививки делали сотрудникам «Газпром», «Трансгаз», «Самара». Наша профессия такова, что это большая роскошь, если мы будем болеть. И мы должны понимать о том, что каждый специалист, каждый работник является звеном большой цепи. Если это звено выпадает, соответственно, выпадает все это, вся цепочка. И вы не можете представить, что дома не будет газа, например, да, предприятие не будет работать. Поэтому наша основная задача – это бесперебойная транспортировка и подача газа непосредственно нашим потребителям. Поэтому и вакцинация, и выполнение всех требований Роспотребнадзора – это наша основная задача. Руководители с высокой социальной ответственностью свои коллективы подготавливают для проведения вакцинации, собирают в одном месте, и мы приезжаем, вакцинируем, и тем самым повышаем процент охвата вакцинации. Алексей Ибрагимов на предприятии трудится водителем. Говорит, коронавирусом тяжело переболела его мать. Поэтому, как только появилась возможность, он сразу сделал прививку. Первую процедуру перенес легко, сейчас пришел за вторым компонентом. Ну, у нас большой круг общения, потому что работаем в разных районах, ездим много. Но я думаю, что это вообще социальная ответственность каждого. Сегодня на предприятии трудится около 5000 человек. Вакцинировались уже 58%. Прививка добровольна и бесплатна. Записаться можно по телефону 122 в регистратуре районной поликлиники, либо прийти в круглосуточный кабинет по адресу Мичурина, 125. Виктория Шарая, «События».